Добрый день, друзья! Сегодня продолжим рассказывать про наш приватный клуб, про проект, на котором мы зарабатываем в нем. И будет сегодня такая изюминка. Смотри, дружище, много очень людей, которые, ну, интересуются клубом, они задают такой вопрос: а получится у меня заработать? А смогу я что-то делать? Тут же, может, какие-то надо, не знаю, там, молодые одни зарабатывают, или там какие-нибудь умные, опытные, там, в интернете. Смотри, совсем недавно я выкладывал на своем канале именно вебинар, который проводил, первый раз проводил бывший сварщик, который там несколько недель назад вообще даже как бы не знал, как там заработать в интернете, пробовал, только терял деньги. И за это время он заработал в нашем клубе уже там две своих зарплаты, там, по-моему, 53 тысячи. Ну вот, да, вот он, две зарплаты, 53 тысячи человек заработал, вообще с нуля пришел и победил сразу вообще, не засал и сделал. Сегодня будет интересный рассказ нашего товарища Михаила, который на пенсии заработал за несколько дней, по сути, себе еще одну пенсию. И у него это получилось, почему не получится у тебя, дружище? Давай, я тебе, если ты опять же первый раз смотришь видео, я тебе, ну, в двух словах расскажу цель нашего клуба. Смотри, здесь основная цель, чтобы зарабатывали не только мы. Ну вот, мы заработали там, например, за там несколько недель там почти там 500, полмиллиона рублей. Там сколько это в долларах? 6400. Но не это главное. Смотри, мы всегда делали и делаем упор на то, что заработали наша команда, наши партнеры, те, которые с нами в проекте. Смотри, вот сколько заработали те люди, которые работали с нами. 242 тысячи, 90 тысяч, 40 тысяч, так, по 2 тысячи, 2 тысячи и 0 тысяч, и 0 тысяч, и 0 рублей, и 410, это залетели так называемые кукушки, которые не хотят в команду, не вошли, не работают с нами, не по стратегии, они пришли просто на халяву, чтобы, ну, словить там халяву, что-то они словили. Но это цирк, я всегда говорю о том, что, ну, лучше зарабатывать. Вот смотри, дружище, самый маленький заработок, это за несколько там дней, может даже, ну пусть недель, мы тут всего там, по-моему, 2 или 3 недели максимум, человек заработал, ну, средняя зарплата, сидя дома. При том, что до этого, я думаю, он вообще там не зарабатывал или зарабатывал копейки в интернете. Все построено на том, что у нас есть и обучение, есть командная стратегия, которая дает такие результаты. Проект сам по себе похож на партнерскую программу, если в двух словах сказать. Но здесь, если в партнерских программах там ты зарабатываешь какие-то там, там 9-10% там, от той команды, которая под тобой выстраивается. Здесь, в данном проекте, ты зарабатываешь до 100% той команды, которая под тобой выстраивается. И, ну, я считаю, плюс сразу деньги, в отличие от всех остальных проектов, деньги сразу приходят на кошелек. Никаких админских касс, никаких там каких-то там непонятных кошельков, куда сначала деньги уходят, а потом тебе нужно вывести. Потому что некоторые спрашивают, а как быстро выводятся деньги? Деньги поступают сразу, мгновенно тебе на кошелек. Многие даже не понимают, у них просто там разрыв шаблона в голове. Как это? Всегда привыкли там деньги, там надо ждать. Потом админ сказал, да не, я поеду на Бали там, на сказочное. И забрал деньги и свалил. Здесь такого вообще не может быть, это полностью безрисковый проект. Здесь деньги, вся команда строится, выстраивается под тобой. Мы обучаем, как это делать, все уроки. Там у нас есть специальный чат, ссылка, кстати, будет под видео. Чат нашей команды, где есть и обучение, и вы... Опять же, самое важное, я считаю, это поддержка команды. Команда у нас просто очень дружная, очень... ну, ты сам знаешь, что 90% успеха в любом деле – это командный дух, поддержка. Сам понимаешь и помнишь, как твои друзья, есть друзья, которые тебя во всем поддержат, а есть друзья, которые просто негативят, такое токсичное окружение, которое тянет, само не хочет развиваться и вылазить из этой жопы, в которой они находятся, и тебя держат. У нас все наоборот, у нас люди просто мотивируют друг друга, и поэтому такие результаты у нашей команды. Итак, друзья, не буду затягивать, все вопросы можете задать, перейдя по ссылке под видео в чат, там обратитесь к любому админу. Плюс не забываем, подписываемся на мой телеграм-канал, там
самые последние новости, там есть материалы очень интересные. Советую всем быть подписанным, чтобы быть в курсе и всегда самым первым получать новости. А дальше мы послушаем Михаила, который реально просто разрывает шаблоны и показывает, что своим примером он просто, он красавчик, он своим примером, он не сказки какие-то рассказывает, он берет и делает, и меняет свое окружение к лучшему. Поэтому, друзья, смотрим и ставим лайки, лайки просто не глядя этому человеку, который в своем возрасте показал, что он как бы не как все пенсионеры сидят на лавочке, там плюют там, или телевизор смотрят и обсуждают там соседей. Он просто взял и заработал деньги. Он помогает и своей семье, и своим внукам. Это реально дед, которого стоит уважать, и на которого человек с большой буквы. Все, друзья, я заканчиваю, слушаем историю Михаила. Привет всем, на связи Михаил. Вот мой личный кабинет в проекте «Матрица Форсаж». Я вошел в этот проект в конце мая буквально, в самых последних числах мая. И вот сегодня 8 июня. Мне прилетело еще 0.025 эфирчиков. В рублях это вот на сегодня 411 рублей. Проект работает. Все отлично. И все, вот, ребят, смотрите, с одним приглашенным. У нас своя в команде стратегия. И вход в нашу стратегию дает нам вот такие прекрасные результаты. Сам я пенсионер по досрочной льготной северной пенсии с 50 лет. Поэтому сижу вот и, как говорится, на самоизоляции сижу дома и зарабатываю. В этот проект «Форсаж» я попал тоже не случайно. Меня пригласил мой товарищ, который здесь реально зарабатывает. И он такой же мой старый знакомый, посоветовал и говорит: а что тебе, говорит, сидеть? Давай заходи, да попробуем тоже. И у тебя будет все нормально. Так что я тоже пришел по приглашению. Вот всего в нашем проекте, в этом «Форсаж», 209, почти 210 тысяч всего участников. Но я хочу акцентировать ваше внимание на том, что у нас вот из этой массы людей, участников, есть своя команда. А в команде порядка 75 человек. И чем примечательна наша команда, что лидеры нашей команды сами вошли в этот проект «Форсаж», проверили свою стратегию входа на себе, на своих личных примерах. И у нас поэтому вот отдельно как бы команда внутри всего «Форсажа» из 75 порядка, вот я говорю, человек, которые вошли именно по командной стратегии, которые всем нам приносят результаты. Здесь можно, конечно, входить в этот проект стандартным способом. Здесь, значит, сразу вам дается «Форсаж 3» площадка и вот этот «Форсаж 4». При первом самом входе сюда вы платите, в переводе по курсу эфиры на рубли, значит, вот 0.025, площадка номер 1, «Форсаж X3» и площадка номер 4, X4 в «Форсаже», вот, тоже 0.025. То есть стандартный вход, это вот сразу на 2, автоматически 0.05 эфиров. А в нашей команде вся стратегия выстроена таким образом, что мы входим по нашей стратегии определенным своим методом и способом. И у нас идут сразу, как говорится, не сидим на месте, работаем и получаем результаты. Все очень замечательно. Лидеры нашей небольшой, так сказать, команды, они ведут прям за руку, можно сказать, ваши все вышестоящие наставники. Поэтому, значит, у нас в нашей команде разработано наше отдельно обучение по стратегии, по проекту, по привлечению трафика и так далее. Все это вы можете узнать
присоединившись вот именно в нашу команду по нашей стратегии, и будете получать замечательные результаты. Всем пока и ждем вас. Конечно же, добро пожаловать к нам в нашу команду. Всем пока!